Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и нежный яблочный пирог на кефире. Готовится он быстро, а съедается еще быстрее. Нам потребуются следующие ингредиенты. Мука высшего сорта 320 грамм. Куриные яйца 2 штуки. Сахар 200 грамм. Ванильный сахар 1 чайная ложка. Яблоки 2 штуки, кефир 250 мл, сода 1/2 чайной ложки и сливочное масло 50 грамм. Необходимо растопить 50 грамм сливочного масла. В это время разогреваем духовку до 180 градусов. Яйца разбиваем в удобную посуду, засыпаем сахаром и ванильным сахаром. В течение 5 минут взбиваем миксером или блендером на максимальной скорости. Масса должна визуально увеличиться в 3 раза. В кефир добавляем 1/2 чайной ложки пищевой соды и все перемешиваем. После того, как кефир запенился, переливаем его к яйцам и опять все перемешиваем. Получившуюся массу добавляем остывшее сливочное масло и все перемешиваем. Просеиваем муку в емкость с готовой смесью. Перемешиваем до однородной консистенции. Форму смазываем сливочным маслом. Готовое тесто выливаем в форму и разравниваем. В яблоках убираем сердцевину и разрезаем их на дольки. Дольки яблок укладываем поверх теста, слегка нажимая на них. Ставим тесто в разогретую духовку и выпекаем в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов. Готовность пирога проверяем при помощи спички, зубочистки или деревянной шпажки. При прокалывании пирога спичкой или зубочисткой тесто не должно на ней оставаться. Если на пироге образовалась румяная корочка, а тесто на спичке еще остается, значит он не готов. Нужно прикрыть пирог фольгой и подержать в духовке до готовности. Таким образом пирог приготовится полностью и не подгорит. Если у вас нет фольги, то просто убавьте немного температуру выпекания и подержите в духовке до готовности. После того, как пирог приготовится, вы не Вынимаем его из духовки и даем ему полностью остыть. Пирог получается очень вкусный, нежный, сочный. Благодаря яблокам и нежному тесту буквально тает во рту. Смотрите, какой он получился внутри. Но это просто объедение. Ну что, дорогие друзья, пришло время попробовать этот замечательный пирог. Он очень вкусный, я знаю точно. А какой ароматный. Объедение. Но, как всегда, хочу заметить, яблок в пироге, в яблочном, много не бывает. Чем больше положите, тем будет вкуснее. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, готовьте этот пирог,
и пишите в комментарии. Пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!